Мне кажется, я давно не была так счастлива, как сейчас. Ребята, у меня есть столько новых идей для вас. Я готовлю столько всего, что меня просто разрывает. Мне очень нравится этот вопрос, потому что я в директ очень много получаю сообщений, особенно от девчонок именно моего возраста, которые меня спрашивают: «Кать, как ты находишь ресурс для себя? Почему ты всегда радостна?» Всегда радуюсь, как оставаться вот в этом ресурсе и как же как бы любить себя и быть женственной, потому что мне кажется, самое главное для девушки, вот особенно в плане женственности, дело-то не в красоте и не как ты выглядишь, а та энергия, которая исходит из женщины изнутри. То есть когда тебя как девушку прет, когда ты довольна собой и ты сама внутри чувствуешь себя полноценной, тогда и тебе и все само и приходит. Все девчонки постоянно гонимся за какими-то идеалами, не понимая того, что самое-то главное преображение начинается с головы, из того, как ты себя сама ощущаешь. Всегда говорю, что в жизни нет ничего невозможного, так что работу и учебу совмещать можно, какая бы работа и учеба это ни была. Когда есть желание, всегда все можно. В моем случае мне повезло, потому что я работаю онлайн, и мне очень помогает тоже мой университет. Спасибо им большое. Любимые цветы, когда они от любимого мужчины. Вот мои любимые цветы. Я уже неоднократно говорила, что счастье всегда любит тишину, и когда люди вмешиваются в твои отношения, что-то начинают обсуждать, это никогда не приведет ни к чему хорошему. Поэтому я всегда придерживаюсь оставлять личную жизнь при себе. Я думаю, что когда человек начинает зарабатывать деньги, ему нужно эти денежки продолжать вкладывать и развивать, может быть, какой-то другой бизнес или тот же, но не тратить все эти деньги на какие-то материальные вещи, которые не принесут доход. Допустим, купить машину. Что такое машина? Машина – это траты. То есть эта машина не принесет тебе больше денег, если ты вложишь там свои накопленные деньги в нее. Покупая недвижимость, можно, я думаю, заработать деньги, вложить в какое-то дело, в развитие. Там, ну, в принципе, тут уже много вариантов, кому что нравится. Но я думаю, что лучше их вкладывать. Как говорится, от осины не родятся апельсины. Дети всегда будут похожими на нас. И мне кажется, самое главное – быть детям примером. И вкладывать в них с самого детства какие-то ценности, которые для вас важны.